На выставке, посвященной 85-летию Союза писателей Абхазии, в хронологическом порядке представлены фотографии, книги писателей и поэтов разных времен. Здесь наглядно можно увидеть всю историю литературы Абхазии. Фотовыставку открыл председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов. По его словам, сегодняшний день является знаменательным как для писательского сообщества, так и для культурной жизни Абхазии в целом. Память человечества в документах эпохи. Каждая фотография здесь наполнена своей историей. Пройдя нелегкий путь, писателям, которые представлены на этой фотовыставке, удалось сохранить культуру и историю. Выдающие деятели литературы, наши современники, чьи фотографии представлены на фотовыставке, смогли вновь окунуться в историю тех дней и поделиться своими воспоминаниями. Свое восхищение экспозиции также выразила известная абхазская поэтесса Гунда Сакани. Перевод на иностранные языки абхазских стихов, песен и произведения других жанров литературы позволит сохранить культуру народа, убежден известный абхазский писатель Теренти Чани. В фондах Национальной библиотеки республики, а также в личных библиотеках известных деятелей Абхазии хранятся редкие издания 19 и начала 20 века. О том, как удалось беречь это наследие, рассказал директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чулария. Мы смогли промыть какие-то книжки, остановить процесс окисления. Мы будем каждую книжку раскрывать, промывать его, обрабатывать, клеить чайной бумагой. В общем, там процесс очень длинный. Абхазская литература – одна из основных сфер искусства, хранящих культурный код абхазов. Сохранить ее наследие, создавая новые произведения на абхазском языке, значит двигать вперед не только культуру народа, но и всю нацию. Линда Тужба, Торник Амич, Бааба, ЗТВ.